Ситуацию на Ближнем Востоке можно решить мирным путем. И не только в этом регионе. Секрет прост. Необходимо наладить диалог между враждующими сторонами. Как это сделать, рассуждали сегодня в Казанском федеральном. Здесь открылась международная конференция, посвященная межконфессиональным отношениям. Место проведения не случайно. На сегодняшний день в Татарстане мирно сосуществуют представители более чем 100 национальностей и разных религий. Как к этому пришли у нас в республике, бесценное поле для исследований. Есть такое понятие «модель Татарстана». И вы знаете, 90-е годы были очень непростыми, и во многих странах постсоветского пространства были конфликты, вплоть до войн, и в России, на Северном Кавказе. Но Татарстан счастливо избежал этого. И этот опыт изучается во всем мире. Он в какой-то степени даже уникальный, надо сказать, если рассматривать вот с точки зрения мирного сожительства ислама и православия. И для нас важно не только это изучать, но и дальше укреплять. Надо сказать, что вопросы межконфессионального диалога сегодня волнуют многих. На конференцию, организованную КФУ, Академией наук Татарстана и Российским исламским университетом, приехали гости из Ливана, Турции, Республики Беларусь, Казахстана и даже из США и Нидерландов. И все как один утверждают, в любом конфликте всегда есть альтернатива вооруженному решению. Для этого нужно лишь взаимопонимание и уважение к традициям друг друга. Александр Александров, Алексей Игнатюк, Универньюз.